Всем здравствуйте! Опять видео лайфхак. Перфоратор, которым я только что просверлил отверстие в стенке. Толщина стены 55 сантиметров. Это кирпичная стена. Это очень длинное сверло. Оно только что вышло с другой стороны. Конечно, во время сверления отверстий в стенке всегда из отверстия высыпается пыль, которая потом падает на пол. Чтобы избавиться от лишней работы, потом убирать эту пыль, я сделал очень обычное и простое приспособление. Сейчас попробую вам подсветить и показать. Вот, я повесил при помощи малярного скотча к стенке вот такой вот конвертик, видите? И вся пыль, вот, подсвечиваю телефоном, собирается в этом конвертике. Сейчас достану сверло и покажу, сколько пыли поместилась в этот конверт. Это все могло быть на полу. Сейчас мне остается только взять листочек и вместе с этой пылью выбросить все в мусорное ведро.